Что тут происходит?
В эфире радио Маньяк, с вами диджей. Войско неопознанных летающих объектов, схожих с ранее наблюдавшимися в Сочи и Севастополе, уничтожило несколько городов Тверской области и на данный момент движется к Москве. По приказу президента были мобилизированы все войска. Всем жителям Московской, Тверской и Ярославской области рекомендуется укрыться в убежищах или подвалах. Смотрите в небо. И да поможет нам Бог в будущем. Твою мать!